28 апреля в Одинцово открылась пасхальная ярмарка. Здесь можно приобрести фермерские продукты, в том числе яйца, пироги и куличи, а также бижутерию ручной работы и многое другое. На ярмарке развернуто более 15 торговых точек, которые будут работать до 1 мая включительно. Все желающие могут присоединиться к мастер-классам и дегустации продукции.